14 июня исполнилось 80 лет с первых массовых депортаций. В 1941 году было выслано более 15 тысяч граждан Латвии, в том числе почти 700 жителей Даугавпилса. В память о жертвах депортации были возложены цветы и зажжены свечи у мемориала невинным жертвам Красного террора в сквере Андрея Пумпура. В возложении цветов приняло участие руководство Даугавпилской городской думы, министр сообщения Талис Линкайц, депортированные члены их семей, друзья и неравнодушные горожане. После минуты молчания и возложения цветов прозвучала речь президента страны Эгилса Левитса. Затем в 11:00 вся Латвия объединилась в акции «Увезенные незабытые» – 80 лет со дня депортации 14 июня. Антон Дзеркалс – 28 годы. Антон Слуцикович – 65 годы. Андрея Пумпура Иела – Урбану Димене. Jāzeps – 48 годы. Ольга – 47. Павелс – 29. Одновременно во всех краях страны и за ее пределами, там, где живут наши соотечественники, были зачитаны имена высланных в 41 году латвийцев. Чтобы поименно перечислить каждого, кто 80 лет назад был депортирован из нашего города, потребовалось более 40 минут. По официальным данным, это 672 человека, 257 семей, в которых вместе со взрослыми было вывезено 187 детей в возрасте от пару месяцев до 16 лет. Однако истинное количество жертв депортации, вероятнее всего, больше. Акция проводилась в прямом эфире, а видеозаписи были доступны на разных интернет-платформах и сайте deportete.kartus.lv. Здесь же можно ознакомиться с цифровой картой Латвии, разработанной издательством Яанисаета. Обобщенные на ней данные депортированных позволяют осознать масштабы и последствия, отображают статистику и позволяют изучить жизненный путь вывезенных людей. В память о жертвах депортации Даугавпилсский краеведческий художественный музей подготовил выставку «Рассказы судеб. Сквозь даль времен», где в единую трагическую судьбу сплелись истории разных даугавпилсских семей, показанные при помощи исторических свидетельств страшных событий тех лет. Посетить выставку можно с 14 июня по 30 ноября этого года. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.